12 красивых, успешных и трудолюбивых девушек вышли в финал городского конкурса красоты и профессионального мастерства «Леди Успех». Имена претенденток на победу назвали в молодежном центре «Горком-35». Кто продолжит участие в конкурсе и поборется за корону, узнавала Екатерина Олейникова. 36 красивых, умных и успешных девушек собрались в зале молодежного центра «Горком-35», чтобы узнать, кто же выйдет в финал. В течение нескольких недель участницы конкурса красоты и профессионального мастерства «Леди Успех» готовили портфолио и снимали свои видеообращения. А потом еще 2 недели с волнением наблюдали, как проходит зрительское голосование. И вот итоги подведены. 12 финалисток конкурса «Леди Успех». Корнилова Наталья Александровна. Теплосети. Пахома Анна Владимировна. Оценивали красоту и профессиональные качества конкурсанток и волокжане, и компетентные члены жюри. По словам одного из них, художественного руководителя Академии балов Бориса Чирьева, сделать выбор было очень непросто. И самое главное, меня радует то, что в нашем замечательном городе возникло такое единение вот таких замечательных, я даже не знаю сказать, энергетических установок, что ли, извините такое слово, таких энергичных, энергетических девушек. И неважно, какое вы место получите, вы уже состоялись, потому что я бы, вот, например, если был один в жюри, я бы, наверное, умер, потому что я бы хотел дать всем одно место, первое. И в самый волнительный момент сердца девушек замерли. Анна Попкова едва не расплакалась, когда услышала свое имя. Как оказалось, в следующий этап она прошла не одна, а со своей подругой, которую и нашла в этом конкурсе. Уже сердце начало колотиться более быстро-быстро учащенно. И потом мы уже начали переживать, все начало дрожать внутри. И когда уже появился рейтинг, особенно когда мы поняли, что мы уже вышли в финал, это просто, не знаю, так замечательно, круто, просто нереальное впечатление. На протяжении конкурса девушек поддерживали организаторы. И в своем ответном слове финалистки от души поблагодарили за такую искреннюю заботу. Девочки, хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы нас поддерживали, за то, что вы всегда были с нами рядом, независимо от дня, недели, независимо от времени суток. Вы всегда были с нами, поэтому мы вручаем вам небольшие тоже подарочки от нас. На первом этапе конкурса девушки не сидели сложа руки, а активно участвовали в общественной жизни города. Стартовали на велопрогулке по улицам города, прошли специальный тренинг, помогли раскрасить стены в детской областной больнице. Впереди у финалисток еще больше интересного. Оставшимся 12 финалисткам, нашим прекрасным девушкам, предстоит еще большая работа, но она будет достаточно интересная, потому что они будут работать с хореографами, с визажистами, с дизайнерами. Мы планируем вывести наших красавиц в школы, чтобы они, каждая из них смогла рассказать о своей работе интересно, ярко и так, чтобы дети были в этом заинтересованы. Конкурс «Леди Успех» – часть масштабного городского проекта «Битва профессионалов». В течение всего года команды разных предприятий Вологды соревнуются в различных видах спорта. Победных очков предприятиям принесут и те, кто победит в конкурсе «Леди Успех». Имя самой красивой и самой успешной девушки назовут в конце сентября. Екатерина Олейникова, Михаил Прищев, Вологда, Портал.